верхом свободы. С этого места Авенгуда диагональ дом с пиками уже должен быть виден. Дом похожий на средневековый замок с остроконечными башенками, откуда и название, стоит на четной стороне диагонального проспекта. Дом с пиками принято считать одним из самых значимых домов розового периода Пуччика да Фалько. Здание, больше всего похожее на готический замок с черепичными башенками, появилось на диагональном проспекте в 1905 году, собственно, за эти острые башенки дом и получил свое название – дом с пиками. На керамическом панно на угловом фасаде изображен святой Георгий, поражающий дракона. Надпись на белой ленте гласит: «Покровитель Каталонии вернул нам свободу». Поразительно, но даже во времена Франко эту надпись не затерли. Дом с пиками – такая же мечта о настоящем средневековом замке, как и баварский Нойшванштайн. Только не северная, а южная. А если посмотреть на дом с пиками из космоса, то сразу же приходит на ум еще одна средневековая мечта 19 века, воссозданный французским архитектором Виоли Ле Дюком замок Каркасон.